В столице Верхней Волжи продолжается ремонт тротуаров и улиц в рамках двухлетнего муниципального контракта. Работы идут на зеленом проезде, улицах маршала Ивана Конева, Георгия Димитрова, односторонней и дороги вдоль поселка Литвинки. Также продолжается обновление остановок общественного транспорта. Завершается укладка тротуарной плитки на Тверском проспекте. А еще в нынешнем году отремонтируют дорожное полотно и тротуары на проспекте Ленина, Волоколамском проспекте и Смоленском переулке. Большой объем работ в рамках нацпроекта в текущем году запланирован на Волоколамском проспекте на участке от набережной Лазури до проспекта Победы. Там проходят основные туристические маршруты в Парк Победы, где располагается пантеон героев Великой Отечественной войны и выставка военной техники под открытым небом. Напомню, что в период с 19 по 24 годы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Твери планируется отремонтировать более 265 километров улиц, переулков, проездов и проспектов.